В этом сезоне в регионе продолжится ремонт путей сообщения. По нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны привести в порядок 79 километров дорожного полотна Ульяновской области. В строительный сезон подрядные организации задействуют 380 единиц техники. Уже идет подготовка необходимых материалов. 1 мая дорожники приступят к полномасштабным работам. На сегодняшний день определены участки ориентировочной площадью 4768 квадратных метров, на которых выявлены дефекты дорожно-асфальтового покрытия. Для обеспечения своевременного выполнения ремонта и других благоустроительных работ на дорогах города Ульяновска подготовлены и сформированы 18 бригад по 5 человек. На ремонтные работы направят 6,5 миллиардов рублей. Более 4 миллиардов будет вложено в федеральные дороги. Необходимо сделать комфортным проезд по участкам ремонта. В прошлом году в профильное ведомство поступало большое количество жалоб. На участке в районе Сурского автолюбители сталкивались с неудобствами. Подрядные организации, кто сформировал свои базы и запасы инертных материалов вблизи населенных пунктов, срочно навести порядок. Вот та территория, когда едешь с аэропорта и подъезжаешь к городу справа от кольца, там безобразная ситуация. Нам не надо, чтобы въезд в Ульяновск выглядел так некрасиво. Ульяновские дорожники обязаны выполнить эту задачу за неделю. От кольца на выезде из города до аэропорта Боротаевка планируется сделать 4 полосы движения. Также будет установлено светодиодное освещение и оцинкованные опоры. Виктория Чиркова, Данила Сурков, УлПравда ТВ.